Это Ксения Михайлова. Опять у меня есть подруга, я уже несколько раз про нее задавала вопрос. Она, ну, я так поняла, что неверующая. Хотя говорит, что она верующая. Вот. И она не работает, среднего возраста не работает, сидит дома в однокомнатной квартире, дети взрослые, муж на работе. Вот она там ничем не занимается и всегда мне говорит, что ей там хорошо. Вот вообще может человек быть счастливым среднего возраста, 40 лет, сидя просто дома с утра до вечера, смотря телевизор? Вот. А когда я ей что-то начинаю говорить про Бога, она мне сразу говорит, вот я счастлива была, сидя дома просто, а ты ко мне с Богом лезешь, с этими заповедями, и я теперь, зная об этом, я теперь несчастлива. То есть как будто я и счастлив в жизни, вот она была счастлива, а теперь вот я виновата в том, что ей там несчастливо сидится в этой квартире. Вообще человек среднего возраста может просто счастливо сидеть перед телевизором в квартире. Ну она же говорит, раз счастлива. И не работает, и ничего. Другого счастья для нее нету, как быть паразитом. Вот такое дело. Как это не работает? Да, надо работать так, чтобы нужное дело делать-то, а не табак рубить. Вот я 40, мне не давала советская власть работать, только в ведомстве охране. А в свободные дни я делал пещи, 40 лет пещи делал по стране. Дверь. Стучат в дверь. Вот как Господь делает. Ну что сказать-то? Не лезьте больше к ней. Она раз Бога не знает, в этом ее еще наелась. У человека бывает и треугольник. Что он? Телевизор, туалет, ну и все, диван. Дальше ничего нету. Угу. Холодильник. Я поняла. Она, это не счастье. Счастье. У меня один человек, которого я больше всех не люблю. Просто не люблю. Его звать Вилл, то есть Владимир Ильич Ленин. И он говорил, радость наша от трудовых успехов. Мне нравится эта фраза, я взял ее. А она что может показать? Ничего не может показать. Мы даже куда бы ни глянули, везде мы нужны. Вот так надо сделать. У нас отец говорил, ты, сынок, что сделаешь там? Делай так, чтобы тебя еще раз позвали. И мы с 5 лет, отец пас моему, там, то отмести, то в огороде полоть, и уже все работали. В семье отец инвалид войны у нас был, руки нету под плечо левой. И нас было 10, 5 парнишек, 5 девчонок. И все работали, и ни одного больного нет. Мне вот 83 года, я торчу тут не знаю сколько, тут много время провожу. Но что, можно своими силами воду принести тут из колонки, голубям лажу, и вот так. Поняла. Спасибо, Христос. Аллилуйя. С Богом.